Пирог из песочного теста. Берем 3 яйца, добавляем туда стакан песка сахарного. Все это надо взбить до бела. Добавить туда соду, разрыхлитель. Вот в эту смесь. Масло натереть на терке. Ну, можно маргарин взять. Добавить 3 стакана муки. Сделать тесто. Часть теста надо положить в морозилку минут на 30. Остальную часть раскатать на противне. Начинка любая. Лучше кисленькая клюква там, лимончик. Натереть тесто из холодильника. Такой стружечкой на терке хорошо натирается. И в духовку на 30-35 минут. Такой пирог получился.